Мария Порошина – многодетная мама. У нее есть 4 дочери – Полина, Серафима, Аграфена и Глафира. Старшая дочь Марии родилась в браке с Гошей Куценко. Полина пошла по стопам родителей и стала актрисой. 3 младших дочери появились на свет в союзе Порошины с Ильей Древном. 4 года назад Мария родила единственного сына, которого назвали Андреем. На тот момент она была замужем за Древном, но позже стало известно, что мальчик родился от другого мужчины. Илья, не раздумывая, ушел от актрисы. Порошин тщательно скрывает личность отца Андрея. С самого рождения мальчик актриса не показывала его в социальных сетях, и только отметив свой юбилей 50 лет, Мария решила показать своего единственного наследника. В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Порошина продемонстрировала видео, где сын запечатлен у футбольных ворот.